Скажите, что вы уже знаете, умеете играть на гитаре? Строение гитары знаете? Строение, да, знаю. Кстати, как вам мой пресс? Меня испугали. Испугал чем? Не знаю. Я просто даже не могу сейчас пробы проводить. Легкие песенки умею. Кузнечика. Что-то попахивает троллингом каким-то. Не могу ничем помочь, как говорится. Я пока что так не умею. Но я учусь. Короче, это пранк был. Ну да, я поняла, все хорошо. Не, я просто думаю, как это работает, интересно. Нас камера снимает, если что, так что улыбайтесь. А вот он, кот еще. Правда, он спит. Всем привет, меня зовут Николай Попов, и я играю на гитаре 23 года. Этот выпуск будет из лучших реакций за 2023 год, где я звоню преподавателям по гитаре онлайн, при этом новичком не притворяюсь, а сразу показываю им свои навыки. Перед просмотром не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Давайте попробуем набрать 100 тысяч подписчиков к Новому году. Также хочу всех вас поздравить с Новым годом. И кстати, помимо лучших реакций за год, в конце ролика для вас будет бонус. В качестве бонуса я созвонился с преподавателем Полиной, которая на обложке этого ролика, которую вы все уже давно когда-то видели в моих роликах. Я ей звоню, кстати, раз в год обычно. Напоминаю, меня зовут София, преподаю гитару, музыкального образования нету, училась сама, на платных занятиях тоже. Понял. А есть какой-нибудь опыт игры на гитаре? Ну, я так с нуля, ну, одну песенку выучил. Хотел бы показать, а вы скажете, есть ли ошибки или нет. Хорошо. Просто это вы мне говорите, что вы с нуля играете? Ну, да. Или вы меня обманываете? Ну, одну песню только выучил. Это шикарно, я так не могу играть. Ну, все, больше кроме этого ничего не умею. Или признаетесь? Признаюсь, насчет чего? Что умеете играть, потому что ни один новичок так не сыграет. Ну, одну песенку только вот это умею, все. Ну, тут уже я не в силах. Вы уже все знаете, все умеете. Ну, я вот базовых знаний не знаю. Мне показали, как эту песню играть, я повторил. Я в шоке, простите. Мне еще никогда так такого не играли. В шоке немножко. Я уже не знаю, что объяснять. Вы уже все умеете, знаете. Ну, а я вот впервые решил урок по гитаре взять. Ну, мне показали, как играть эту песенку. Я именно уроки ни разу не брал. Вот решил попробовать. Ну, раз с нуля, наверное, нужно объяснить про руки, как они нумеруются, называются. Угу. Правая рука, которая у нас играет над розеткой, она у нас нумеруется буквами, то есть у нас большой палец — это П, указательный И, средний М и безымянный — это А, то есть вместе все пима. Оно у нас обозначается для того, чтобы мы играли переборы.
Mm-hmm. То есть, если мы сыграем, например, такой перебор легкий, то он у нас будет называться P-I-M-A-M-I. Mm-hmm. И, собственно, записываться тоже будет так. Сейчас я вторую гитару возьму. P. И. Это... Я переживаю, не надо так делать. Ну ладно, это пранк был, вы попали в YouTube-канал, получается. Я в шоке, простите. Все, у меня сбилось все, здесь мой настрой учительский, я уже все. Ну, на самом деле, я не с нуля, я уже играю, ну, много лет. Я играю... Я так и поняла. С шести. Я не знаю, что сказать, прости. Так. Что мне такое сыграть, я не знаю. Это учиться нужно до конца жизни просто. Я в шоке немножко. Отдышаться не могу. Меня испугали. Испугал чем? Твоей опытной игрой на гитаре. Спасибо вам за урок. Пожалуйста, это вам спасибо. Но это было круто, очень круто. А вы не хотите сыграть что-нибудь, может быть, тоже? О, нет, я уже на вашем фоне буду, как просто кузнечика играть. Ну, спасибо. А сколько урок стоит, кстати? А, бесплатно, бесплатно. Как бесплатно? Там сколько-то стоил же вроде он. Вам нисколько, у меня вообще пробное занятие тоже бесплатно стоит. Вам точно бесплатно. Я уже должна вам платить за такой концерт. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Все видно, слышно? Да, меня хорошо слышно? Да, хорошо вас слышно, да. Так, пожалуйста, мне назовите свой возраст. Николай, 26 лет. Вы вообще что-то умеете уже? Или мы с нуля? Да, умею играть. Сейчас как в этих, в пранках в Ютубе вы такие мне выдаете, да? Круто играете. Почему как в пранках? Не бывает же такое, что звонят, говорят, да, я чуть-чуть умею. И потом раз, и играют лучше, чем некоторые преподаватели. Нет, ну я умею, да, чуть-чуть. Играть. Можно на «ты»? Я не... Можно. Отлично. Покажите, что умеете, чтобы я поняла, с чего начинать. Давайте. Давайте. Говорю же, как в пранках. А чему ты вообще супер? Долго занимался вообще? 20 лет с чем-то. Супер. Кому еще у кого учиться надо? Ну, вы правильно угадали, это был пранк. Я вот как знала, прям чувствовала. Ну, очень круто. Мне прям вот очень понравилось. Супер, это надо было записывать. Ну, я записывал. Ну, просто я в основном специализируюсь именно на, ну, на детях. Так я не умею. Можете показать, кстати, если хотите. Не могу. Я больше пою. Можете спеть, кстати, зрители любят. Что было со мной, где ты теперь, на какой полосе, если можно вместе все. Нормально слышно? Да, хорошо, кстати, поете. Слышно просто пение. Гитару как-то, ну, как-то тиховато слышно.
А голос хорошо слышно. Ну, кстати, звучит в целом нормально, но хотелось бы лучше в плане гитары, а голос хорошо. Хорошо, учитель, я поняла. Что было со мной, где ты теперь? На другой полосе, если можно вместе все. Такого вел домой недавно, вроде бы на работе, я на охоте, ты... Спорю с самим собой, чудак, ну давай дружить, как-то надо же жить, хлеб жевать, воду пить, болеть, глотать, рожать, камень, твой ЖЖ, настроение держать на восьмом этаже. Знать бы хотя бы, где ты, с кем ты, то ли там, я на твоей планете, знать бы тебе конверты, как трагедия, кубики изо льда. Ну, это либо связь, я вообще, если честно, сегодня с этим зумом разбиралась 100 лет, я им не пользовалась со времен 7 класса. Хорошо, прям хорошо, мне понравилось, как поете, круто. Спасибо. Сколько урок стоит? Первое занятие бесплатное, вы можете не переводить ничего. Ну, могу перевести. Нет, не надо. Ну, пранк удался. Хорошо, пранк хороший. Ну, сыграть еще что-нибудь. Что, сыграть еще что-нибудь вам? Да. Друзья, если хотите дослушать эту композицию до конца, то переходите в мой телеграм-канал по ссылке в описании. Там будет эта реакция до конца, а также много всего другого интересного. Это очень круто. Не знаете эту композицию? Гитару в окно. Знаю. Знаешь? Слышала. Я пока что так не умею. Но я учусь. Я тоже играю давно, но еще учусь. Ну, в плане пения я не умею петь вообще. Ну, ладно. У каждого свои таланты, зато играешь ты очень круто. Мне этого не хватало, чтобы мне кто-то сыграл на гитаре. Еще одну так коротенькую хотел бы. Свою, я редко играю свое в роликах. Хотел бы сыграть, попробовать. Она такая, как классическая музыка больше. Все, спасибо все, большое. Спасибо, пока. А как канал ты на YouTube называется? А канал называется посмотрю. У меня Николай Попов. Друзья, также хочу попросить вас, кому не сложно, подписаться на мою группу ВКонтакте. Там сейчас 700 подписчиков, хотелось бы добрать до 1000 или больше. Я сейчас как раз группу ВКонтакте активно развиваю, там тоже много интересного контента. Ссылка в описании. Здравствуйте, слышно? Здравствуйте, да, видео у вас не видно. Да, все, все нормально? Да, вы... точно не умеете играть? Ну, чуть-чуть умею. А что? Мне кажется, вы пранкер. Почему? Не знаю, похоже на это все. Почему похоже? Чисто по внешности просто. Неожиданно, кстати. А для какой цели вы хотите играть там все такое? Ну, для себя. Вы точно? Вот что-то вот мне кажется, что какая-то ерунда. Ладно, давайте проводим урок тогда, ну, пробный. Как вас зовут? Николай, да? Да. Угу. А у вас сейчас гитара имеется? Гитара, да, у меня две гитары даже. Подождите, у вас наушник вот здесь вот? Ну да, вот у меня две гитары. Ну, вот. Ну вот вы профессиональный этот, да? Почему профессиональный? Все. Да блин, потому что все, я поняла уже. Ну почему пранк? Что? Ну не пранк, а просто там, не знаю, для видеоролика какого-то, да, по-любому. Ну вы, блин, ну вот похоже же просто. Не знаю, я просто даже не могу сейчас пробный проводить, потому что я вижу, что как будто бы, ну, пранк или что-то такое, не знаю. Ну да, ведь? Да ну нет, ну почему я пранкер? У вас две гитары,
Два наушника, да? Ну, один я, ну, мне что, снять наушник? Нет, у меня два наушника, и тут, и тут. Ладно, я думаю, не надо тратить времени на это все. У вас две гитары, вы по-любому занимаетесь или занимались, или вы вообще профессионально занимаетесь. Я думаю, что да, вы профессионально занимаетесь, плюс еще, может быть, ролики какие-то снимаете, может, там, начинающий, не начинающий блогер и все такое. Не знаю. Николай, ну признайтесь. А может, ты меня знаешь? Ай, блин. Ладно, все, короче, давай. Да ладно, давай. Сыграем. Давай, сыграй, и потом, да. Очень классно прозвучало все. Ладно, все тогда. Ладно, все. Спасибо. Так, это был пранк. Я поняла уже, да. Как будем знакомиться? Николай. Да, Николай зовут. Ага, сколько тебе лет? 26. Угу. Так, я же могу на ты? Да. Все отлично. Где живешь? Ростовская область, город Новошахтинск. А ты где живешь? Я в Волгограде. Что-нибудь умеешь играть? Легкие песенки умею. Кузнечика. Кузнечика. Да. Что еще умеешь? Ну, я кузнечика по-другому могу. Да? Ну-ка. Сейчас. Это попахивает троллингом каким-то. Почему? Но я бы не сказала, что она прям легкая песня. Ну, кузнечик легкая, говорят, считается. Ну, так-то да, но... А чему бы ты хотела научиться? Ну, я не знаю, какие-нибудь ошибки, может, посмотришь. Аккорды играешь? Да. Ну, давай, какие-нибудь... простенькие. Ну, а М, Г, Ф, вот, тот простенький. Ну, там С, Г, Д, М, Д, А, М, А, Ф, Г. Еще какие-нибудь, может быть, покажешь мне? Бой могу еще вот такой. Ну,
ничего, такой бой красивый. Хорош. Не, ну так-то ты, не знаю, ты хорошо играешь. Ну, в основном, вот, да, кузнечика и вот это знаю. Больше особо ничего не умею. А как же Цой? А, Цой я-то умею тоже, да, могу сыграть. Может, еще там музыкальную школу ходил? Да, там забыл что-то, потом вспомнил. О. Да, Бетховен внезапно такой. А, кстати, Бетховен. Послушать. Я не зря себе чай сделала, в принципе. Что? Я не зря чай сделала. Прям чувствовала. Чувствовала что? Ну, хороший ученик будет, что? Что, играть умеет? Да, хорошо играешь. Спасибо. Кузнечик класс. Ну, там разные версии бывают. Я видел, кто-то вообще играет на Ютубе, по-моему, как-то вот так вот. А, да. Ну, это какой-то ремикс, и мне чисто варные. Ну, твоя версия была покрасивее. Ну, разные бывают. Просто вот эту я не учил, которую сейчас играл. Это я так, просто... Увидел, ну, подобрал. Что-то вспомнил, что-то сыграл. Абсолютный слух, моментальный подбор. Ну, нормально, ты меня затроил, конечно. Ну, вот такой вот пранк был. Ну, зачем? Зачем вы меня трогаете? Я просто не понимаю. А почему? Вы уже кто-то делал, что ли, такой? Звонил? Ну да, ты, наверное, четвертый. Четвертый даже? Ну да. А кто звонил до этого? Ну, если ты меня снимал, то ты первый, кто меня снимал. А кто троллил? А зачем тогда троллить, если не снимаешь? Как, ради удовольствия, что ли? Ну, жду видос со мной. Здравствуйте, слышно все? Да, все хорошо слышно. Да. Так, гитару, да, нужно брать? Угу. Так... Здравствуйте, как нормально, зовут? Да? А, меня зовут Николай. Хорошо, я Саша. А какую гитару взять? У меня две просто гитары. Вот одна вот такая и такая. На какой удобней? Это акустика, угу. А то классика. Ну, давайте на акустике. Просто на акустике там струны тоньше, и их прожимать бывает сложнее даже, чем на классике. Понял. Понял. Строение гитары знаете? Строение, да, знаю, да, строение гитары, да, знаю, конечно, да. Аккорды прожимать. Ну, самые простые, банальные аккорды – это АМ, С, Ж. Ну, АМ, С, Ж, да, знаю. Играл. Это хорошо. Самые основные. Переборы какие-нибудь, бои? Ну, знаю, вот такое, получается... Ну, например, или там. Вот. Ну, это одни. Что? Достаточно много. Еще знаю тремоло, может, знаете. Знаете, такое вот. Вот тоже играл. Там. Типа того. Это из переборов, если. А бои? Ну, обычный знаю. Там еще знаю. Там, что еще знаю? Там бывают даже какие-то необычные я учил, например. Ну, вот в таком стиле. Пример тоже, вот эти бои тоже знаю. Так. Какой-нибудь бой галоп, допустим. Вот как раз я играл в этом Цой, вот есть. Я не знаю, галоп это не галоп, может быть. Вот это вот, знаете. Как там? А.
да? Вот. Я не знаю, галоп это или нет. Да, галоп, только необычный, своеобразный. Чему же мне вас учить? Вы много чего знаете. А, ну, песни еще играл некоторые. Испанское только учил, но это на классической гитаре, если сыграть, например. Вот да, кстати, как вам мой пресс? Нормально? Да, только это не ваш. Так, еще знаю что? Еще знаю то, что это испанское, например. Вот. Именно если из боя. Давно играешь? Играю, ну, не знаю, года два, наверное. Два года всего лишь умений. А, еще вот эту тоже вот учил недавно, могу показать одну вот с каподастром. Посмотрите немного. Давай. Вот это. Нормально, да? Да. Я, может, даже как вы не смогу. Ну, такое часто да, бывает, да, я звоню, бывает, вот там брал у преподавателей некоторых уроки, да, они говорят, что, типа, мы так не можем. Такое тоже бывает. Тут скорее мне у вас учиться. Ну, это был пранк, вы поняли? Да. Я, если честно, опасалась, что это так и будет, потому что я гитарист, я смотрю много гитаристов. Кстати, первое, кто догадался, что это костюм. Ну просто это совсем нереалистично. Особенно эти завязки на руках. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Слышно все? Да, меня слышно, видно, все хорошо. Как вы знаете, меня зовут Алена. Сегодня мы будем понимать, что мы будем изучать. Вот так. Скажите, что вы уже знаете, умеете играть на гитаре? Ну, две песни знаю. Можете тогда сразу показать? Говорите две песни, да. Это одна из них. Аккорды вы, я так понимаю, тоже знаете? Аккорды, да, тоже знаю. Ага. Вы отлично играете, у вас все отлично с постановкой рук и так далее. Чему бы вы хотели научиться? Ну, ошибки, чтобы посмотрели. Ага. Насколько давно вы играете на гитаре? 20 лет где-то. Вы хотите, чтобы вам показывали ошибки? Да. Ага. Ну, смотрите, играю я намного меньше времени, чем вы. Угу. Я думаю, что нет как такового смысла заниматься именно со мной вам. Потому что, ну, по этой песне я вижу, что у вас хорошо и с постановкой рук, и с тем, чтобы звучало все чисто. Угу. Понял. Вот так. Понял, спасибо. Спасибо, да, но это был пранк. Ну, я поняла. Пожалуйста, просто я обычно ориентируюсь на новичков. Почему-то заранее чувствовала, что что-то здесь не так. Заранее когда? Когда переписывались уже или сразу? Да-да-да.
А почему? Я не знаю, возможно, просто чутье. Привет. Привет, слышно? Да, слышно. Меня слышно? Да. Давай познакомимся. Давай, меня Николай зовут. Очень приятно. Хотела тебя спросить вообще, чего бы ты хотел достичь, чему бы хотел научиться? Да я играю песенки и хотел бы, чтобы учитель посмотрел, как я играю песни. Есть ли ошибки или нету ошибок? Поняла. Смотри, у нас сегодня занятие, ну, вводное, то есть... Я бесплатно провожу онлайн. Чему обучаю вообще я и чему я могу тебя научить? Я учу базовым вещам, там аккорды, перебор, бой. Могу там на слух немного там подучить, поиграть. Мы поем много с ребятами, кто у меня занимается. То есть вот такая ориентировка больше на, как сказать, больше на дворовые какие-то такие акустические версии. То есть никаких профессиональных навыков, в том числе там по табам, по нотам мы не читаем. То есть в основном это игра по аккордам, то есть бой, перебор и так далее и прочее. А, ну, я в целом умею играть аккордами, перебором. А, то есть ты это умеешь? Да. Ну, смотри, нужно ли тебе это вообще в принципе? Я играю нотами, получается. Я поняла. Короче, ну, сыграй тогда что-нибудь тогда, что захочешь. Я умею, там, Interstellar. Не знаешь такую композицию? Да, знаю. Ну, я слышала, но я не играю. Могу ее сыграть. Угу, хорошо. Есть ли смысл нам с тобой вообще заниматься? Потому что, может, ты меня сам будешь учить. Поэтому... Здорово. Не, на самом деле, я как говорила, что ты скорее меня будешь учить, но в том плане, что я на самом деле учу очень базовым вещам, поэтому на мой слух и на мое ну, чисто восприятие музыки, да, ты играешь замечательно, прекрасно, поэтому не могу ничем помочь, как говорится. Вот, поэтому, ну... Здорово. Ну, это был пранк такой своеобразный, на самом деле. Пранк? Да. Почему пранк? У меня, на самом деле, YouTube-канал свой. А, да? Да. А что это за канал, расскажешь? А, канал Николай Попов. Можешь зайти посмотреть. Круто. Здорово, респект. Ну, блин, молодец. Спасибо. А сыграть ничего не хочешь тоже, может быть? Могу спеть что-нибудь. Такой чистый рандом, просто что в первое в голову пришло. You scream, I fight away all your fears, and I held your hand through all these years. You still care. Ну, как
короче, я для себя больше. Кстати, я сейчас вспоминал, что это за песня, и узнал, мне недавно ее заказывали. Как раз я стримлю на Ютубе, прямые эфиры веду, и мне недавно прям просили вот эту песню сыграть. Сегодня у меня вечером будет стрим как раз-таки, и по идее я ее должен играть, и тут ты ее спела. Совпадение, да? Друзья, если не хотите пропускать мои стримы, то подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. А также можете подписаться на мой телеграм-канал по ссылке в описании, тогда точно не будете пропускать новые стримы. Кому интересно, я оставлю ссылку в описании на мою музыкальную группу. А если вдруг хочешь научиться играть на гитаре, как я, то ссылку на свой онлайн-курс по гитаре я оставлю тоже в описании. А ты из какого города? Я с Волгограда. А, Волгоград. Я уже сейчас звонил учителю тоже из Волгограда. Почему у меня... Да. В общем, удачи тебе в развитии твоего канала. Спасибо. Почему вообще хочется научиться играть на гитаре? Ну, я в целом уже частично умею. Уже выучил одну песенку даже. И хотел бы ее, возможно, дальше доучить. Неплохо. Что за песня? Называется «Бен Ховард and of Affair». По-моему, не слышала о такой группе. На самом деле интересно, потому что чаще всего приходят там мальчики, девочки, которые просят гражданскую оборону научить играть, но с любыми задачами справляюсь. Я даже по слуху вот эту подбирал конкретно композицию, которую выучил. Да. Давайте тогда посмотрим, может быть, продемонстрируете. Так, ну сейчас вот сыграю тогда фрагмент. Вот дальше там начинается что-то сложное, и дальше вот не выучил. Да, так, ну, в целом, я говорю, я смотрю, тут уровень не новичка. Ну, я же говорю, да, что не совсем новичок. Так, хорошо. В целом, не знаю, как я смогу вам помочь, потому что я чаще всего занимаюсь с такими ребятами, которые только приходят, ну, соответственно, с людьми постарше тоже. Ну, да, говорю, давайте посмотрим, что вам интересно, возможно, все-таки чем-то смогу помочь. Испанское еще тоже не доучил, могу сыграть. Да, давайте. Тоже. Так. Хорошо, в целом я все поняла. Ладно. Прекрасно играете, мне очень понравилось. Да. Короче, это пранк был. Ну да, я поняла, все хорошо. Пранк на Ютубе. Как вы к этому относитесь? Нормально? Да, все в порядке. А вы не хотите что-нибудь исполнить, сыграть, может быть? Что-нибудь исполнить? Да, в принципе, я вас не переплюну, так что, пожалуй, нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Классная гитара у вас, кстати. У меня, кстати, две гитары. Вот такая гитара. Две гитары. Вот. Давайте. Да, вот такая гитара. И еще вот такая гитара. Ага. Какая лучше? Нам давайте лучше на правой
ну, которая акустическая гитара. У вас для руки сейчас этот классическая гитара была, да. Там струны, типа, такие нейлоновые. Все, нам больше сейчас акустическая подойдет. Вы чем именно там какие-то мелодии хотите научиться играть или там что? Токийский гуль. А, токийский гуль. Знаете токийский гуль? Да, давай, ну как знаю, я так немного знаю, но я могу вам... Там типа как-то так играется, по-моему. Как-то, по-моему, так. Если хотите, мы можем с вами ее выучить. Ну, разобрать. Ну, я могу дальше продолжить ее. Ну, там дальше... Это прикол, типа... Как канал называется? Канал называется Николай Попов. Николай Попов. Николай Попов. Хорошо. Да. Я подпишусь. Вас, кстати, не смутило вначале то, что я вот был вот в таком виде? Ну, вначале, естественно, да, смутило. Я вообще думал, что как. Сыграть ничего не хочешь, кстати? И пропадать миллионы навек. Правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга по ранам. Пропадать миллионов навек. Когда-то самый дорогой человек. Правда, слишком глубокая рана. Забывай друг друга по ранам. Я рана. Ты рана. Здравствуйте. 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 Давай поговорим, какой у вас уровень подготовки. Ну, кое-что умею играть. А чему хотите научиться? Ну, я бы хотел, чтобы вы на ошибки посмотрели. Умею несколько песен играть. Ну, я простых песен умею играть, легких, чтобы посмотрели на ошибки. А в плане перебора, какого плана? А через аккорды вы играете или перебором? Что-то перебором, что-то аккордами. Хорошо, ну давайте посмотрю. Недавно разбирал, ну, учу, до сих пор не могу выучить эту композицию. Но уже почти стало получаться. Хотел бы, чтобы посмотрели на ошибки. Классно. А в чем проблема? Где ошибки? Так что, нету ошибок, что ли? Нет ошибок. Все хорошо. А руки у вас поставлены. Не сказала бы, что вы начинающий гитарист. В основном у меня дети с нуля. Вот. Я на них больше как бы... Вот, акцента. А именно повышение мастерства я, к сожалению, этим не занимаюсь. А, занимаетесь, да? Ну, вы показали. Да, просто.
Как вы умеете, это классно. Я, получается, не подхожу. Да, вы уже хорошо достаточно играете. Понял, спасибо. Но это своеобразный пранк такой был сейчас. Ну, я видела такие видео. Я просто звоню преподавателям и сразу им играю нормально. И все. Да, здорово. Если досмотрел до этого момента, то напиши в комментариях, что посмотрел видео полностью. А также не забывай про лайк, если понравилось это видео, и подписку на канал. Также можешь делиться этим видео с друзьями. А также можешь посмотреть другие мои видео, они прямо вот здесь. Вот можете прямо сюда нажимать и смотреть другие похожие такие же видео. Меня слышно, видно? Так, здравствуйте, да. Ну что, предлагаю познакомиться вначале. Я немножко расскажу про себя и потом про вас тоже хотелось бы услышать. Меня зовут Настя, мне 23 года. Музыка со мной, она, в принципе, на протяжении всей жизни. И я раньше играла на фортепиано, заканчивала музыкалку, и сейчас, в принципе, тоже играю. И на барабанах, а также на гитаре. Вот, теперь хочется узнать много про вас или про тебя можно. Можно на ты, да. Николай, 29 лет, играл на гитаре раньше, давно. Ну, как играл? Так, легкие песенки знаю, но... дальше не продвигался, поэтому решил взять урок. А по аккордам играл, либо по нотам как? Ну, я могу вот именно и аккордами, и немножко мелодию наиграть. Почему именно гитара? Ну, у меня просто гитара есть. Один. Ага. У меня других инструментов просто нету. Попробуем вообще по звучанию. Слышно будет инструмент? Да, слышно. А, мне тоже, да, взять? Угу. Так, вот. А первое, с чего мы начнем, это с посадки. А сейчас предлагаю размяться немножко на басах. Возможно, знакомая эта мелодия. Здесь еще можно будет добавить заглушку, и тогда получится. А что это за песня? Это Билли Айлиш. Я просто эту музыку все-таки не знаю, наверное. А, не слышал. А так я играл похожие композиции. Какие, например, можешь сыграть что-нибудь? Smells Like Teen Spirit играл, и Sweet Dreams играл еще. Что-нибудь помнишь? Ну да, и ту помню, да, могу сыграть. Давай. Нирвану или Sweet Dreams? Что хочешь. Вот Sweet Dreams, если... Вот, одна. Круто, круто. Классно. И вторая, Нирвана, чуть посложнее получается. Спасибо. Знаешь, что мне кажется? Что? Вчера, короче, с папой смотрели видеоролики в Ютубе. Как один молодой парнишка, виртуоз, просто виртуоз, приходит, значит, на урок к преподавателю, такой же онлайн, и такой притворяется, короче, что он вообще ничего не умеет. Она ему говорит, ну давай сыграй что-нибудь. Он такой мнется-мнется, а потом как бахнул ей. Это вот сейчас то же самое с тобой. Мне кажется, ты просто притворяешься, что не умеешь играть. Ну, не то, что притворяюсь, я же не притворялся, я сразу играл нормально вроде бы. Или притворялся. Ну, я тоже, да, снимаю такие ролики. Ты прикинь, как это работает вообще? Я просто в шоке. Я вчера думаю, такая... Прикольно, если мне вот так вот что-нибудь сделать, я просто буду в восторге. Ну, получается, вот ты, получается, попала в пранк мой. Огонь. Я тебе еще разминку, давай, начинай. Слушай, ну круто, а где тебя можно найти? Канал Николай Попов называется канал. Я поэтому, кстати, не хотел особо давать WhatsApp. Точнее, ты на Телеграм не заходила? Нет.
Ну, да, просто там у меня фотографии с гитарой, я боялся, что ты посмотришь. Повезло, что в WhatsApp зашла только. В WhatsApp у меня там без гитары. Ой. А так вообще, какое образование? Высшее гитарное, кстати. На самом деле я по специальности классику играю, Баха, все такое. Ну, вот на такой гитаре. Красота. Получается, именно специалист по классической гитаре. А часто ты снимал такие ролики с преподавателем? Раньше, да, часто, но я полгода не снимал такие ролики. Я уже всех, всем преподавателям из Авито, я уже просто перезвонил, и сейчас вот... А сейчас появились новые. Я зашел, смотрю, я уже полгода не снимал. Смотрю, обновился список, я уже нашлись те, кому я еще не звонил. Не, я просто думаю, как это работает, интересно. Только вчера с папой кучу роликов таких смотрели. Ну, вот это интересно. Творческих успехов, Николай. Спасибо. Побольше просмотров на Ютубе. Спасибо. Плюс один подписчик. Вот, я там 3 сентября учил, знаете, такое. Но вас только плохо видно. Ну, да, я сижу так, потому что тут не так много места. Продолжение этой реакции будет в моем Телеграме, а также будет еще одна эксклюзивная реакция на моем Бусте. Сейчас будет пранк, в котором меня разыграли, где я уже буду в роли преподавателя. Недавно мне написал подписчик и захотел взять у меня урок по гитаре, но я не знал, что он хочет меня разыграть. Так что смотрим, что получилось. Кстати, не забываем ставить лайк и подписываться на канал. Это сильно помогает развитию моему каналу. Спасибо. Добрый вечер. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Как это приятно видеть звезду Ютуба на своем экране в качестве своего учителя. Слушайте, ну смотрите, я чуть-чуть играю на гитаре, вот, и мне хотелось бы, чтобы вы мою игру улучшили, я думаю, вы на это, ну, способны, я просто видел, как вы играете, вы прекрасно играете, вот. Мне нужно, наверное, рассказать немного о себе, правильно? Ну, да. Ну, о том. Да. Ну, я, честно говоря, я самоучка, я особо никогда там не занимался профессионально, учил пару песен, вот могу показать, то есть, такие дела. Хорошо, давайте, да, послушаю. Блин, волнительно. Сейчас. Получается тоже. Ну, я сейчас не могу. У меня... О, я вспомнил. Есть еще одна песня. Вот могу показать ее. Вот. Ну, она с Каподастом, правда, играется. Ну, сейчас. давайте момент. Еще. Сейчас. Блин, у меня... Сейчас, секунду, мне просто легче в шляпе играть. Сейчас уже, не знаю. Так почему-то вот мне легче. Ну давайте. Ну, я, видите, я еще не доучил просто. Вот такое. Ну, тут уже, кстати, понятно. Это, нас камера снимает, если что. Так что улыбайтесь. Ну, я понял примерно. Да, в такой ситуации вот... я, кстати, впервые. Обычно я снимаю пранки, а тут впервые кто-то решил меня разыграть. Вот так. У вас YouTube свой или что? Ну, пока нет. Но, может, появится. Так, получается, вот. Сейчас была съемка, да? Да. Я же сказал, камера снимает нас. Понял.
Ну, может, тогда я выложу это в свое видео, тогда, может, скинете материалы. Конечно. Пожалуйста, если я хотите, тогда... давайте. Скинете материалы, да, я выложу свой ролик. Думаю, будет интересно моим зрителям. А может быть, еще хотите сыграть? Сейчас прям круто звучало. Спасибо. Так. Надеюсь, микрофон нормально записал. Знаете, все равно, я теперь вас понимаю, вы, наверное, очень волнуетесь тоже. Хотя, наверное, 50 раз это волнение пропадает, но на первый точно было. Ну да. Ну, когда долго не снимаешь, тоже волнение появляется. Когда с преподавателями снимаешь. Когда в чат рулетки, там как бы все равно. А с преподавателями, когда снимаешь, волнение... Часто есть. Как бы неудобно, неловко, как бы звонить постоянно. А вы меня, получается, выложите на YouTube свой или как? Я что-то не понял. Для чего вы снимаете? Ну, я... Не, я честно говоря, чтобы развлечься. Чтобы развлечься. Ну, если я сделаю YouTube, то да. Сейчас будет реакция с Полиной, которая на обложке этого видео. Вы все ее уже давно видели. Я звоню ей один раз в год. В этот раз я ей не позвонил, но решил, чтобы сохранить традицию все-таки... Решил перед самым Новым годом позвонить ей. И, кстати, напишите в комментариях те, кто помнит Полину. Привет. Да. У тебя новый стиль, прям не узнать. Ну, блин, уж сколько, года два прошло, если не больше. Я уже и род деятельности сменила почти. А ты сейчас преподаешь, кстати? Преподаю, но у меня вот ученики, которые еще когда-то вот тогда вот только с теми. Я что-то начал монтировать с лучшими реакциями и тут подумал, думаю, да как так? Вспомнил про тебя, что ты у меня всегда была в лучших реакциях, всегда самые топовые просмотры с тобой. Мне кажется, меня такое уже никто не узнает. Ну, у меня такое ощущение тоже. А у тебя линзы еще, что ли? Да. А ты все время так ходишь? Ну, в последнее время, да, меня что-то пробило. Что-нибудь прикольное поделать со своей внешностью. У меня вот, не знаю, видно след или нет, у меня бровь была. Когда-то еще давно там крыло носа, все уши были исколоты. Тоннели были еще, зашила год назад. В общем, чего только не было. А у тебя брекет или нет, или мне что-то кажется? Не, уже нет. А, нет, а почему-то мне так показалось, или это уже привычка такая? Ну как же так, девочка, без брекетами. А то я подумал, может, ты снова поставила брекеты. Да вроде пока не надо, все ровное. Так, а на Авито у тебя есть объявление, или ты его удалила? По гитаре у меня объявлений нет, собственно говоря, что я и сказала, я сменила род деятельности, я перешла на как раз татушки и пирсинг. И вот там у меня объявление прям практически одно из первых вещей, потому что слишком хорошо делаю. Все контакты на Полину я оставлю в описании. Чё у тебя-то нового? Да чё, у меня я стримить только за последний год стал очень часто, практически каждый день. Я раньше снимал исключительно ролики, а сейчас прям стримлю активно. У меня родственник один подписан на тебя такой. Ты? Я говорю, я. Но это было полтора назад. Он случайно подписался, или ты ему сказала? Он случайно нашел, он просто мне в какой-то момент присылает ссылку, такой, ты? Да. Прям приятно стало, что не только смотрят так старые люди. Ну, да, смотрят. Ну, часто комментируют, да, там, похоже на Акстара, там, еще что-нибудь типа того. Ну, смотрят. Узнают даже, кстати, узнавать стали чаще. На улице даже бывают такие периодически. Круто. Ну, не прям что часто, но там где-то раз в месяц, вот так вот, раз в месяц кто-то узнает вот с такой периодичностью. Прикольно. Ну, давай сыграй что-нибудь тогда по старинке. Мне сыграть нечего, могу показать крысу, двух ящеров и кошку.
Ну, отлично, давай крысу, двух ящеров и кошку. Ну, собственно говоря, крыс. Я думал, она будет меньше. Она такая прям... Мальчик упитанный очень. Ну, видно, да. Кстати, редко крыс вот так вот где-то вижу. Обычно коты, собаки или что-нибудь. Напишите в комментариях, понравилась вам крыса или нет. Собственно, вот такие ублефары, значит. Ну, необычно, необычно. Красивые. Очень забавные такие вот. Одна в пятнышку, другая желтая такая. Забавныши. Полный зоопарк. Котик еще маленький, но очень наглый. 5 месяцев всего. А, 5 месяцев, вот. А выглядит уже как год. Ну, такой уже взрослый. Ну, такой упитанный, он очень упитанный. Мальчик жрет за троих. А у меня такой. Тоже, кстати, кот, и ему тоже 5 месяцев, кстати. Тоже не выглядит на 5 месяцев, наверное. А вот он, кот еще. Правда, он спит. Ой, какой! Вот. Но он тоже не выглядит на 5 месяцев. Ну да, он не выглядит, вот он такой. Упитанным таким. Но он такой, у него шерсть... Ой, хороший кот. У него шерсть короткая такая, видишь, он не настолько... Он жирный, но у него шерсть короткая. Он сейчас спал еще. Правда, он пушистый, кость широкая, не жирный. Так. Он сейчас спал, а я вот от сна отвлек. А еще ему софтбоксы глаза светят. Так. Ну, домашние животные – это наши друзья. Все должны о них знать. Это часть нашей семьи, конечно же. Как всегда, на высоте. Спасибо. Не теряешь планку. Ну, я сейчас на стримах тренируюсь, он каждый день играю. Там разные. Это еще такая легенькая песенка была. Такая, ну просто. А вот удиви, самое сложное из репертуара. Короче, тут обычно делится. Бывает сложное для классической гитары, бывает сложное для акустики. Тебе что сложное, для акустики или для классики? Давай для классики. Для классики я тебе играл когда-то в первом... ролики. Ну ладно, давай и то сыграю. А, еще почему я не хочу ее играть, потому что авторские права на нее приходят. Ладно, давай другую сложную, которую я тебе не играл для классики. Давай. Продолжение этой реакции на сложное классическое произведение будет в телеграм-канале, ссылка в описании, так как я не могу это выложить на YouTube из-за нарушения авторских прав. Ну и давай сыграю еще для акустики, которая сейчас многие ее, кстати, играют, она такая популярная. Thank you.
слов, одни эмоции. Я слышала, конечно, у многих, но вживую увидеть — это вообще атас. Это очень круто. Слышала, да, эту композицию? Ну вот, я же говорю, она сейчас популярна. Не, ну вот этот момент пара-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 
Кстати, ты же тоже брекеты хотел ставить, я вспомнила. А я их уже снял. Уже относил? Уже относил. Вот я и смотрю, офигеть вообще. Что? Зубы. А ты помнишь, какие у меня были до этого? Не особо помню, просто они сейчас выделяются, такие прям ровные, и я думаю, так, ты хотел ставить брекеты, но сейчас я смотрю, у тебя зубы просто офигительные, типа ровные, как надо. И у меня вопрос в голове, носил ли ты их или все-таки нет? А я сейчас на гитару коплю, хочу за 350 тысяч гитару купить. Вот сейчас. Офигеть, это какая вообще гитара? Да, на самом деле это даже не самая дорогая, я так сказал. Как бы это топовая гитара, но бывает дороже, короче. Ну, блин, естественно, там какая-нибудь коллекционная дороже да, бывает. Нет, ну, а что реально за гитара интересно? Просто это лучшая гитара, когда ее, она лучше всех звучит, когда ее подсоединяешь. Короче, ни одна гитара не звучит так. Она звучит очень натурально. Ее воткнул, и она звучит естественно, как будто ты ее не втыкал. Причем, кстати, возможно, даже на Ютубе это не так уж сильно видно, а вот вживую, ну, на концертах, если выступать, например, а у меня появилась идея попробовать там, летом сделать концерт первый, например, в июле. Вот, ну это круто. Поэтому было бы хорошо иметь такую гитару. И, кстати, хотите, чтобы я устроил реальный живой концерт в Москве? Напишите в комментариях, хочу, не хочу, приду, не приду, что-нибудь типа того. Потому что в Зуме сижу очень редко. Вот всякие разные ситуации бывают, но в основном я сейчас, если в студии преподаю, то преподаю сольфеджио. Я когда пришел на сольфеджио в первом классе, еще в музыкальной школе, я думал, она говорит, записываем сольфеджио. А я не пойму, что такое сольфеджио. Я подумал, это фамилия преподавателя такая необычная, сольфеджио. Я вношу в дневнике имя преподавателя, фамилия сольфеджио. А потом, оказывается, я аж в конце урока понял, что это урок, оказывается, так называется. Не, ну мощно, мощно. Жду рекламу своего пирсинга, короче. Да, у меня там много уже людей через меня прошло, но мне хочется какую-то вот клиентскую базу, скажем так, которая вот будет ко мне возвращаться. Вот там вот. Хочется пополнять свое портфолио. Ссылки на тату-пирсинг я оставлю в описании. Буду всем благодарна. Также пишите в комментариях, как вам новый образ Полины, как вам кот Полины, как другие животные, крыса, и как они, дракончики, или как их назвать, ящеры, два ящера. Пишите все в комментариях. А также записывайтесь на тату и пирсинг, ссылки оставлю в описании. Заберу тебя с собой в Новый год, мандаринка. И покачу любимого игристого, на закружу девушка пушистая. Заберу тебя с собой в Новый год, Новый год, Новый год. Если понравилось видео, не забывай ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, подписываться на другие мои соцсети, отправлять это видео друзьям, а также смотрите похожие вот такие видео, которые сейчас будут показываться на экране.